Welcome to lesson 3. И вот мы уже на третьей гласной английского языка, буква I. Эта буква читается либо I, либо как в алфавите I. Например, dim, dime. Тусклый и монетка такая, 10-центовик. На всякий случай напомню, что разница между открытым слогом и закрытым я объяснял в первом уроке этой серии. Если что, можно всегда ознакомиться. Давайте посмотрим на примеры и будем учиться на практике. На этот раз начнем с открытого слога. Lime. Lime. Time. Время. Like. Нравится. Или like нынче модный. Rice. Рис. Pike. Щука. Dime. Монетка такая, я уже говорил. Dice. Кубики. В закрытом слоге читать будем как I. Например, pit. Косточка. Slim. Стройный, подтянутый. Tips. Чаевые. Chips. Либо чипсы, либо картофель фри. Stick. Палка. Trick. Фокус. Теперь вы сами будете читать, а я проверять. Так, начнем. Wide. Hit. Insect. Big. Meet. With. Will. Ride. Tin. Bike. Kite. Hide. White. С буквой I все. Приглашаю продолжить изучение оставшихся гласных английского языка. Следующая на очереди буква O. Увидимся на следующем уроке.